18 специалистов в бухте Нагаева приняли участие в тренировочных спусках на воде. Проходили учения на бывшем военном пирсе. Всего провели 84 экстренных спуска с вертолета, имитируя разные чрезвычайные ситуации. Такая тренировка имеет свои определенные задачи для экстренного спасения пострадавших. Подготовки. Отрабатываем спуски с вертолета с помощью спусковых устройств. Данную тренировку стараемся проводить ежемесячно. Она нужна для того, чтобы отработать у спасателей навыки без парашютного десантирования, чтобы времени, когда висит вертолет, мало на выполнение упражнения, потому что он, чем дольше висит, он нагревается. Поэтому надо все делать быстро и четко. А для того, чтобы до автоматизма отработать действия, нужны постоянные тренировки. На следующих учениях планируется отработать спуски с вертолета на судно. Периодически спасателям приходится экстренно эвакуировать людей из Охотского моря. Поэтому им важно отработать навыки, чтобы суметь без помощи парашюта спуститься с вертолета и оказать помощь.